Друзья, всем огромный привет, мы с вами продолжаем играть в Green Hell, начали проходить сюжет, как помните в прошлом выпуске, но если вы не знаете сюжета, собственно говоря, высадились здесь вместе с женой, жена пропала, прошло 30 дней, мы убегали с вами от туземцев и попали сюда. Куда сюда? Я уверен, что это Heaven, то есть, ну вот старый Heaven, который так назывался, то есть самое безопасное место. Как раз в последних выпусках, прикольно, кокос, в последних выпусках он у нас с вами был. И, собственно говоря, нам с вами здесь предстоит выживать, но, естественно, выживать мы вот и будем, наверное, все-таки не здесь. Я предлагаю все-таки проходить сюжет игры. Мы, наверное, отправимся дальше, потому что где-то вот там вот должно быть поселение племени Ебахахка. Или Ебакаха, как оно там называется. Правда, есть такой нюанс, я не знаю, будет ли оно... Давай возьмем, попьем на самом деле. Так вот, я не знаю, что там с ним будет. То есть я не знаю, будет ли оно пустое, или в нем кто-то сейчас будет. У нас с вами начинается дождь, кстати, прикольно. Что происходит по... Нормально все. Все элементы у нас с вами в отличном состоянии. Давайте помоемся, потому что пока я строил как раз укрытие, в котором можно сохраниться, немножко испачкался. Так вот, не знаю, что там сейчас будет происходить. Кстати, секунду, бананчики... Точно. Спасибо. Спасибо, игра. Там могут сейчас оказаться, например, туземцы. Но я, честно говоря, сильно в этом сомневаюсь. Скорее всего, он будет пустым. Только вот есть такой нюанс, что они могут здесь раскидать все, что угодно. И мне кажется, вот все-таки все немножечко изменилось, да? Или оно точно такое же, как и было? Вот, честно говоря, не помню. Вот это место я очень плохо помню, потому что я здесь мало выживал. Но мне кажется, все вот капельку-капельку изменилось. Вот не было мне... Да тихо, ты выброси эту фигню. Мне кажется, не было вот этой вот реки. Вот этого места... Ладно, может быть и было переход через бревно. Хотя, может быть, и было это место. Ладно, плевать. Собственно говоря, отправляемся с вами туда. Вот только я на самом деле немножечко поспешил. Мне бы сейчас себе хотя бы копье сделать. Давайте, наверное, быстренько замутим именно копьишко, чтобы можно было защититься от кого-то. Я тебя слышу. Здесь где-то паук. Или змея. Ладно, копьишко будем с вами делать здесь. А также нам нужен камень. А камень как раз рядом с рекой был. Вот там вот рядом, это не река, вот там вот. Это река, кажется, которая как раз туда к племени идет. То есть, длинная палка готова. Секунду. Мыши, плевать на них. Ну-ка. Это река. Привет, армадилья. Но это маленький, серенький. Если не ошибаюсь, из него ничего сделать нельзя, точнее, добыть как раз его броню. Панцирь. И из панциря нельзя сделать броню. Делается из таких серых. Более, ну да, более серых. Этот совсем беленький, светленький. Таким образом, сейчас мы с вами добыли себе... О, привет, мулинария. Давайте прямо сразу соберем, чтобы было. Таким образом, прямо сейчас мы с вами собрали себе немножечко камней. Нужно сделать обязательно из камней нож. Изготовить нужно даже два ножа сделать. Один для копья. Точнее, один пойдет вот сюда. Второй у нас с вами будет для копья. Делаем еще один ножик. Нужно будет еще камни найти. Хорошо. Каменный топор. Да ладно, потом. Длинная палка. Изготовить. Дальше. Каменный нож. И веревочка. Получаем каменное копье. У меня такое ощущение, что темнеть начинает, да? Ну-ка, время. Секундочку. 15:46. Давайте маленько ускоримся. Прям самую малость. Но при этом все равно аккуратно, потому что пауки, змеи, все дела... Камушек с вами добудем, потому что здесь будет больших камней таких очень много, так как река рядом, и рядом с ней очень большое количество как раз валяется. В лесу ходить искать смысла нет, они валяются только в основном рядом с реками, это мы с вами как раз выяснили во время выживания. Специально провели полное выживание, если интересно, кстати, посмотрите, там, ну, не так много выпусков, но мы 30 дней выжили, и абсолютно все, что можно было здесь сделать, сделали. Ну, на 90%, может быть, какую-то малость оставили за кадром, совсем-совсем чуть-чуть, вон как раз змея. Секунду. Да мы правильно идем, по левой стенке, все верно. Змея меня, конечно, немножко напрягает. Я бы даже сказал, что она меня серьезно напрягает. Давайте-ка я от нее избавлюсь. Плюс копии немножко прокачаю. Эй, копии немножко прокачаю, пускай до конца сведется. Тьфу. Все было гораздо проще, чем я думал. Ладно, плевать на нее. Она мне абсолютно не нужна. Мне еще кокосы нужны. Два кокоса это чертовски мало. Мне нужно гораздо больше кокосов. Ну-ка. Секунду. Тапир. Еще один. Попал. Сейчас аккуратно, внимательно. Ну-ка, брось отсюда. Давайте все добудем. А, пекари. Ну, не тапир, господи. Ну ладно, пекари, хорошо. Здесь есть пекари и капибары. Окей, получаем с вами мясо. Получаем с вами немножечко костей. В принципе, можно одну косточку разломать на будущее. Где она у нас там? Ну-ка, добыть. Есть, хорошо. Добываем с вами каменную иглу. Написано каменная, на самом деле костяная.
Вы сейчас издеваетесь, что ли? Свинки? Ну-ка, брысь отсюда. Три куска мяса. До этого достаточно, не будем их бить. У нас с вами пиявки, ладно. Ну-ка, еще один армадиль. Да, вот это место. Все, мы его нашли. Лягушки прыгают. Секунду. Мне бы сейчас здесь костерок развести. Самое главное — это разводить костер. Костер отпугивает абсолютно всех, костер должен гореть постоянно. Но есть беда, что если пойдет дождь, то, ну, собственно говоря, наш костер потухнет. Ну-ка, и броню нужно сделать. Броня по-любасу нужна, хотя бы самая простенькая. Давай, быстренько выкидываем всех пиявок, убираем точнее отсюда. Давай, долой, есть, хорошо. Так, у нас с вами... Вот там вот есть лежак, можно будет поспать. Я понимаю, что темно, давайте осматривать. Потому что нам сказали осмотреть все, да? Можно добыть, хорошо, бревнышко. Во-первых, это доска. Доска, доска. В кармане нет, вот доска. Изготовить. Теперь мы сюда кладем палочку. Нет, не такую палочку, сори. Кстати, да, мне доска не нужна. Я вспомнил, как делается как раз вот такая штука, которую я хотел сделать в прошлом выпуске. Это если... Что, разве нет? Две палки. Две веревки. Странно. Мне казалось, что раньше вот как раз была комбинация. Две палки, две доски справа кто-то. Но я не думаю, что кто-то опасный. Так вот, сейчас, видимо, и комбинация изменилась. То есть, если мы с вами положим сейчас вот так вот палочку такую и доску, ручную дрель получим. Там еще можно было что-то добавить к ручной дрели. Изготовить. Подожди, нет, не нужно. Подожди. Может быть, они действительно что-то... Да, это можно просто использовать. Может быть, действительно что-то меняли. Давай-ка сейчас еще раз добудем. Добыть. Есть, хорошо. Теперь доска. Изготовить. Смотри. Когда у тебя есть дополнительные точки, это значит, что что-то можно добавить. Нет, естественно, нет. Что-то можно добавить. Предположим, веревка. Нет. Предположим, еще палочка. Нет, странно. Ладно, хорошо. Значит, не будем ничего добавлять. Все. Говорили, это пока что выкинули. Наверное, поспим до утра. Нет, знаете, что сделаем? Не поспим до утра. Мы с вами сейчас выкинем кокосовые миски. Вот так вот. У нас все хорошо. Вода сейчас наберется. Я предлагаю поспать до утра, очень темно. При обычных бы условиях, когда я сам бы выживал, я бы не стал спать до утра, потому что, ну, типа, я бы и так справился, я бы все добыл, но просто вам ничего видно не будет. Итак, мне нужно помыться. У меня фигня со здоровьем, потому что играем на максимальном уровне сложности. Давай, помыться. Окей. Еще раз, если не ошибаюсь, они сейчас все это еще больше усложнили. Хорошо. Естественно, давайте строить. Нам нужно обязательно построить для костра навес, потому что здесь его нету. Навес у нас с вами идут вот здесь. Будет у нас каркас из обычных таких вот деревяшек. Секундочку, это пошло сюда. Если не ошибаюсь, я здесь видел... Подожди, мне показалось ли... А, ну да, вот я как раз их, я их изломал. Все хорошо. Нам с вами нужен топор. И погнали рубить, да вот как раз вот эту древесину. Отсюда как раз будут у нас с вами бревна. И мне кажется, сейчас топор сломается. Но, в принципе, можем сделать новый. И нам сказали осмотреть лагерь. Ну ладно, сейчас построим это дело, чтобы можно было себе что-то пожарить. Чтобы можно было развести костер и не бояться никаких напастей. Самое главное — это костер. Потому что на максимальном уровне сложности здесь прям действительно очень опасно. В этом плане эта игра одна из самых сложных выживалок. Я вижу, что здесь вот можно посушить мясо. Давайте одно, да, одно мясо повесим сушиться, пускай будет. Можно было бы еще свинок изловить. Свинки, вы где? Вы видите свинок? Я нет. Там лягушки прыгают. Все равно пока что еще темновато. Здесь у нас с вами длинные палочки. Длинные палочки, окей. Раз, два, три... По три? А разве не по две раньше было? И вот здесь я что-то срубил. Ну-ка, ищем. Нам нужно еще две. А, наверное, они все просто сюда как-то улетели. Смотри, четвертая. Наверное, они все свалились сюда. Нужно будет сейчас еще одну добыть. Давай. Четыре. Нужно сейчас еще один рубить. Я думаю, вот это подойдет. Кто бы сомневался. Хорошо. Нам с тобой нужна одна палка, веревка и два камня. Нет, один камень и две палки, все правильно. Вот так вот изготовить. Нет, значит, два камня, хорошо. Да, два камня, я был прав. Делаем новый топорик. По мере того, как мы с вами крафтим новый предмет, у нас с вами этот как раз навык прокачивается, они становятся все более прочными. И, не знаю, у нас все лучше и лучше получается. Палочки соберем. Длинная палка. Короткие тоже нужны. Секунду, куда она улетела?
из-за того, что ей некуда было падать, улетела она, скорее всего, куда-то вот сюда. Секундочку, я абсолютно не вижу. Вот она. Я же говорю, по-любому где-то здесь валяется. Так, это добро пошло сюда. Веревки. Это что у нас такое? Обгоревший рюкзак. Раньше здесь этого не было. Карта. Ну или ее остатки карты. Лямбда 2. Не знаю, что это такое. Смотри, вот это то место, где мы с тобой начали. То есть это безопасное место, пещера. Карта новое место. Сейчас мы находимся вот здесь вот. Окей. Нужно на самом деле все полностью вот здесь будет осмотреть, потому что они могли закинуть все что угодно. Смотрите, рюкзак этого не было, какие-то записки сгоревшие. Ну-ка читать. Для религиозных ритуалов и целебных церемоний племени Ябахака необходим глюкоцингенный напиток под названием Яоска. Мы про него читали, что на языке кечуа значит «лиана духов». Я сейчас абсолютно все прочитал. Собственно говоря, ну здесь много информации, то есть если кому-то интересно, он может сейчас поставить на паузу и прочитать абсолютно все сам. Но я расскажу, что здесь было написано. В общем, при помощи как раз вот этого отвара, потому что здесь много текста, ну это по большому счету научный текст. Так вот, при помощи этого отвара можно входить в транс, что-то вспоминать, получать какую-то астральную информацию о смысле жизни и прочее, прочее. А также при помощи него можно вспомнить что-то забытое. И также этот отвар как бы очень хорош против паразитов. Я потихонечку умираю. Я прям не потихонечку умираю, я прям умираю. Ты посмотри, что у меня со здоровьем. Подожди, еда, бананы, есть, съесть. Гриб съесть, шишку съесть. Воу, нам нужно с вами хавать. С водой вообще все плохо. С водой не то, что плохо, с водой отвратительно. Каменный нож. Вот это хорошо. Но это не каменный нож, это костяной нож. Пока что каменный тогда переложим вот сюда. И это вот сюда, потом применим каменный в другое место. Пускай валяется. Так вот, при помощи этого отвара мы с вами, скорее всего, либо вспомним то, что происходило в те 30 дней, либо мы с вами увидим то, что нужно делать дальше. Давайте осмотрим. Вот здесь была банановая плантация. У меня там не было бананов абсолютно, а сейчас есть бананы. Но здесь нужно быть аккуратным. Здесь змеи водятся, пауки водятся. Но это ерунда. Ладно, хорошо. Также здесь уже хищники могут на нас напасть. То есть вот там еще в безопасной локации, там рядом с водопадом, как раз с пещерой, там никто бы на нас не напал. Там безопасная зона. Жаба яка внутри. Вот. Мордушка. А, это ловушка, хорошо. Соответственно, там на нас никто бы не напал. А вот здесь на нас уже могут напасть. Для меня подготовлены листья бананового дерева. И я предлагаю на самом деле при помощи них сделать себе на самом деле броню. Если не ошибаюсь, броня здесь довольно-таки просто делается. Секунду, что со мной? Пиявки опять? По-любому пиявки, да? Броня здесь делается реально очень просто. Нужны просто веточки. Либо, может быть, кости могут подойти. Секунду. Давай это все снимем с себя. 4 сразу, обалдеть. Но для начала все-таки построим точку сохранения. Потому что мне вот эти звуки немножко достают. Итак, мы немножко не достроили. Смотри, бамс, бамс, есть готово. Но это еще не все. Теперь нас с тобой нужно включить записки. Блин, прикольно. Подожди, подожди. Это деревня? Где все? Нет следов ни местных, ни Мии. Обгоревший рюкзак, книга, записи и карты. Чьи они? Это у нас с вами как раз координаты. И записей. Аяуаска. Помогает пациентам с амнезией. Вот. Только в присутствии шамана. Черт, это безопасно? Я уже это делал? У него амнезия, походу. Шаг первый. Зажечь огонь под церемониальным котлом. Может быть, есть другой путь? Шаг второй. Собрать ингредиенты и положить их внутрь. Но как раз эти вот лианы. Обрезки лианы, растущих на самых толстых деревьях в джунглях. Шаг третий. Собрать ингредиенты и положить их внутрь. Листы и красные плоды с куста. Ну это понятно. Факел, топор. Это мы все с вами умеем. Здесь малинерия. Здесь понятно все. Здравомыслие, царапина, ссадина, пиявка. Это все ерунда. Нам с вами нужно следующее. Мы с вами идем сюда. Прикольно. Слушайте, вот этого не было. То есть никаких отваров церемониальных здесь не существовало. Ну же, давай, отлично. Мы с вами теперь можем построить здесь крышу и, естественно, сохраниться. Только мне нужны листья пальмы. Где они могут быть? Листья пальмы. Я боюсь отходить от этого чертового лагеря, потому что здесь может быть все, что угодно уже рядом. Хищники, то есть, например, ягуара сейчас встречу и кертык. Нам с вами нужно обязательно сохраниться. Секунду. Ну, вот, нашел. Стоп. Вон свитка. Аккуратненько сейчас. Не попал. Они пугливые, но не настолько. Видишь, он даже меня не видит.
Все. Ты уж меня извини. Это я заберу, с тебя все добуду. Потому что у нас с вами возникает прям бешеная проблема с водой. Все есть, а вот с водой беда. Сейчас будем умирать. Нужно пойти попить. И бегать, видимо, поменьше из-за этого нужно. Давайте помоемся. Да, помыться. Глину собирать, глиняные постройки я сейчас пока что делать не хочу, потому что мы с вами этим выживанием очень много занимались. Сделали полностью глиняный дом. Прямо сейчас мне это не нужно. Итак, а, точно, я совершенно забыл. Мы с вами вышли с другим. Здесь где-то был пальмовый листок. Вот он. Давай. И так же, как во многих других играх, нужно внимательно слушать, потому что хищники, ну, оповещают о себе просто звуком. Шикарно, крыша готова, можно сохраниться. То, что дождь идет, это просто шикарно. Мы с вами можем спокойно воды попить. Секундочку. Я вижу листья как раз, смотри, листья бананового дерева. Мы знаем, что можем сделать? Взять листочек, взять косточки, если не ошибаюсь, 3 кости, 2 веревки. Да, 2 веревки, нужно веревок побольше. И изготовить сейчас броню из костей. Хорошо. Так, подожди. Нету места в рюкзаке, потому что нужно сделать вот так вот. Это закрываем все. Мне кажется, из костей оно все-таки немножечко получше, чем из древесины. Честно говоря, я не уверен, но кажется получше. Это сюда. Ну и нужно на все части тела сейчас такое изготовить. Правда, мне не хватает костей, мне кажется. Сейчас проверим это добро. Здесь. Ну, здесь мы с вами все посмотрели. Это нам сейчас не нужно. Что тут еще есть? Древесный уголь. Здесь ничего. Нужно все полностью осмотреть. Миска, которую нельзя подобрать. Я так понимаю, что нам с вами, смотри... Ритуальная чаша. Я так понимаю, что в ней нужно как раз что-то сварить. А я могу из тебя воду зачерпнуть? Мне набирается вода или нет? Ну-ка смотри. Раз, взять. Хорошо. Потому что мне кажется, сейчас там чистая вода набралась. Сейчас проверим. Ну-ка. Нет, нельзя. То есть туда просто что-то нужно добавить, и оно там сварится. Все, понял тебя. Пока что выкладываем обратно, собирай воду. Вода прям очень нужна. Постоянно все выпиваем. Вода чистая. Здесь должно, ну, как бы в центр нужно положить, вот здесь вот, чтобы точно не под навесом было. Где-то вот здесь положим. Вода должна набираться. Ну-ка, пусто. Да, все, вода пошла. Дальше. Ну что, я сейчас на самом деле быстренько попытаюсь сделать, сколько у нас с вами есть, я не знаю. То есть, нет, нам не хватает. Нам нужно еще либо двух пекарей забить, либо, ну, что-то посерьезнее. Ах ты, черт, мясо испорченное. Мясо испортилось. Ладно, у меня есть. Не страшно. И по веревкам, веревок не хватает. Так. И это на самом деле беда. Ну, в принципе, не беда. Нормально. Веревки у нас с вами есть. Здесь этих лиан навалом. Также вот здесь всегда были. Вот эта лиана. Я ее нашел. Смотри, вот это обычная. Да. А вот та как раз лиана, которая используется в создании отвара. А сколько нам нужно было этих лиан для отвара? 6, 8, что-то типа того. Ну-ка, давайте, знаете, что с вами сделаем? Попытаемся сразу это сюда добавить. Нет, секундочку, не так. Нам нужно прочитать заметки. Нет, секундочку, не так. Это, скорее всего, знаете где? Вот здесь вот, да. Броня из костей. Сколько этих лиан нужно, непонятно. Давайте пока что сюда положим. Пускай здесь валяется, чтобы место не занимали. Есть. Я сделаю себе сейчас еще одну броню. Из протухшего мяса можно добывать личинки. То есть, если мы с вами заразимся, при помощи личинок можно будет заражение потом убрать. То есть, если там будет рана, потом на ране заражение. Соответственно, давайте сейчас пока что одеваем вот это добро сюда. Нужно еще две сделать, а у меня одна кость. Можно из палочек? У меня много палочек, секундочку. Ну, типа, много. Но я думаю, что лучше сходить просто поохотиться. Огромное количество грибов проросло. Быстро собираем все. Нам с вами еще кокосы нужны. С кокосами проблемы. Кокосов вообще нету. Че за звук? Это птица, что ли? Обалдеть. Ну-ка, пить. Пока что можем пить, пьем все. Хорошо. Мясо нужно. А, костер. Я костер не зажег, секунду. Точно, давайте сейчас сразу сделаем костер. Нужно обязательно пожарить себе мяска. Так, костерочек пошел вот сюда. Ну-ка, у нас с вами все абсолютно на него есть, шикарно. Есть, быстренько разводим огонь. Ручная дрель, использовать. Это добро сюда. Да нормально все будет, не переживай. Выносливость проседает жестко. И быстренько поджигаем. Давай-ка пожарим с тобой мясо, чтобы оно больше не портилось. То есть это сюда, дальше. Сушилка. Ты вообще сохнешь? Или дождь пошел, из-за этого оно не сохнет? Или мало времени прошло? Мало времени, наверное, просто прошло. Главное, на змею не напороться. Потому что на таком уровне сложности это сразу хана. То есть если мы с вами не найдем листья табака,
А их нужно заготовить будет специально, если вдруг встретим. Вот, отлично. Вот эти грибы дают энергию. Все хорошо. Нормально, живем. Вот теперь можно гулять. Кстати, личинки нужно убрать в стороночку, чтобы случайно их не сожрать. Ну-ка, это неизвестно, это нам не нужно. Как видите, по чуть-чуть, по 5. Нет, по 2 энергии, 5 углеводов. Дождь закончился. Это нехорошо, лучше бы подольше шел. Оба-на! Я спрыгнул-то совсем чуть-чуть, ты что, издеваешься сейчас? Я же даже не спрыгнул, это так, ерунда была. Чего за нафиг, где? Убирай броню. Черт, ссадина. Ладно, я тебя понял. Вот это сейчас было... Вот это было неожиданно. Изготовить, я надеюсь, что это не перелом. Я видел этого пекаря там слева или кто там. Нет, капибара, скорее всего, была. Давай перевяжемся. Надеюсь, что просто ссадина и все. Так, я тебя понял. Нужно быть прям очень аккуратным. Вот там отходила. И следим внимательно за кокосами. Нужно кокосов найти. Вон она. С нее гораздо больше, мне кажется. И мяса, и костей. Шикарно. Четко в цель. Давай быстренько все добываем. Че с тобой? Почему опять лупа? Пиявки? Что с нами не так? Кости, мясо. Ну? Что с тобой происходит? Здесь ничего. Здесь ничего. Пиявка, просто одна пиявка. Вот и все. Убираем. Нужно обязательно помыться. Блин, жесть. Прям вообще сразу грязным становишься, да? Раздел, сразу весь испачкался. Там нас сейчас с вами должно мясо было пожариться. Плюс вода есть. Но мне нужен еще один кокос. Хотя бы еще один. Все, помылся нормально. Завязывай. Дружище, завязывай. Еще забивать будем? Сколько костей было? Ну-ка. Это не то. Давайте съедим банан. Съесть, хорошо. 2. Ну, в принципе, хватит. 6 костей. Да ладно, беги отсюда. С кокосами прям тухло-тухло. Ладно, думаю, нужно просто поспать. О, привет. Стоп, не уходи. Пригодится. По-любому пригодится. Пускай пока что здесь полежит. Никуда не денется. Это забираем. Мясо готово? Скажи мне, что мясо готово. Есть. Можно покушать. Отлично. А вот древесину мы с тобой будем использовать вот для этого. Подкладывать сюда. А древесины нифига не осталось. Шикарно. Но зато есть у нас с вами готовое мясо. Съесть. Съесть. Это выкидываем сюда. Все шикарно. И пошли делать броню. Нужно будет потом костерочек сделать получше. Да елки-моталки, что ты меня пугаешь? Иди отсюда. Изготовить. У нас с вами потихонечку начинает темнеть. Раз, два, три. Опять же лианы. Изготовить броню. Так, это сюда. Кто там справа? Я говорю, здесь хищники могут уже появиться. Вот именно здесь, в этом месте, могут быть хищники. То есть нужно быть прям очень аккуратным. Ну, то есть это кто? Ягуар, например. Ты потом пойди попробуй с ним справиться. Без нормального лука. А лук еще нужно сделать. Закидываем лианы. Нужно будет сейчас еще костей собрать. А, мы соберем сейчас, все нормально. Делаем последнюю часть брони. Хорошо. На эту руку. То есть мы с вами хотя бы чуть-чуть защищены. Фуф, все, выход. И вот себя, друг мой, мы все добываем. Давайте глянем, что здесь происходит. Здесь сушится. Там, видите, очень много мест для сушки. То есть, на самом деле, это все можно использовать. Пускай все спокойно сушится, чтобы не портилось. Причем сушка пошла нормально. Все, с этим разобрались. Мясо потихонечку жарится. Можно съесть банан. У нас с тобой паразит. Потому что грязные руки. Шикарно, какой я молодец. Ладно, давай помоемся. Не надо пить. Я случайно. Плюс водный баланс, плюс 2 паразита. Секунду, ладно, я сейчас уберу, не переживай, не переживай, паразит это не так плохо. Нужно было бы сейчас глициноген себе сварить и сразу от паразитов избавиться, но на самом деле можно вот так вот. Неизвестный гриб, 1, 2. Выживание, я прям сырое мясо хомячил, чтобы, ну, поднять белок. У нас с тобой немножко не хватает воды, кстати, вот, неплохо попили, а? Плюс 10 здесь. Плюс 10 здесь. Я предлагаю сохраняться и завершать на этом этот выпуск. Нужно сейчас отправляться спать. Надеяться, что будет дождь. Жиры добываются просто из орехов. Я подожду, когда пожарится мясо. Лягу поспать до утра. И с утра мы с вами продолжим. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Следующий выпуск, скорее всего, будет завтра. Так что не забывайте подписываться, чтобы его не пропустить. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в нем.